Всем огромный привет! Спасибо, что сегодня заглянули ко мне на кухню. Давайте приготовим очень вкусные, простые в приготовлении овощные котлеты из запеченных овощей. Котлеты легко готовятся из простых, доступных продуктов, которые есть практически у каждого в холодильнике. Для начала свеклу с морковкой я запекла в духовке. Так овощи будут менее водянистыми и котлеты получатся очень вкусными. Натираю морковь и свеклу на мелкой терке. Можно пропустить через блендер или комбайн. Это кому как удобней. Мне вот почему-то всегда кажется, что на мелкой терке более получаются такие вкусненькие и менее водянистые котлеты, чем через блендер. Сюда же тру чеснок. У меня 4 совсем небольших зубчика. Чеснок берите по вкусу. Добавляю одно яйцо. По вкусу все солим. Я также добавляю черный молотый перец. Можно добавить любые другие приправы по вашему вкусу. Смотрите там сами, что вы любите в овощных котлетах. Дальше добавляю пару столовых ложек манки, также для связки можно добавить пару столовых ложек муки. Это кто как любит. Все хорошо перемешиваем. И оставляю минут на 10, чтобы манка чуть-чуть разбухла. Масса постояла, манка чуть-чуть разбухла. И теперь я наливаю немного масла в сковородку, нагреваю и буду обжаривать котлетки. Можно выкладывать просто ложкой. Слишком толстые овощные котлеты я не делаю, примерно толщиной вот такой в 1 сантиметр. И обжариваю с двух сторон до золотистой такой красивой корочки. Вот так они выглядят. Я их делала через форму. Можно выкладывать просто ложкой на сковородку, выложили, тоже очень удобно. Ну и вот так вот котлетки хорошо переворачиваются, обжариваю их с другой стороны. Запах! Ну и вот такие красивые котлетки у меня получились. Как можете видеть, они не очень толстые, очень хорошо прожариваются. Невероятный аромат идет чесночка, поэтому советую хотя бы один зубчик добавить. Ну, либо какие-нибудь свои любимые приправы, специи обязательно добавьте в эти овощные котлеты. Точно будет вкусно. Вот такая красота получилась. Немножечко я их прижарила. Это специально, так даже вкуснее. Можно еще присыпать сверху свежей зеленью, поэтому пробуйте, обязательно готовьте такие котлеты. И вообще овощные котлеточки кушать очень даже полезно, потому что бывает, кто-то не любит свеклу, кто-то там морковку отварную какую-то. Ну а котлеты, как показало время, едят. Может быть, не все, но едят, поэтому пробуйте, готовьте. Это вкусно. Кому понравится рецепт, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, не пропускайте простые доступные рецепты вместе со мной. Всем огромное спасибо, до свидания и пока!